Здравствуйте, с вами Анастасия Барашкова, и вы смотрите Best Look на канале Fashion TV. Сегодня я приглашаю вас посетить со мной премию «Пара года», которую уже шестой раз устраивает журнал «Мода Топикал» под руководством главного редактора Оксаны Федоровой, где выбираются пары, в прочность союза которых сложно усомниться. Кто стал лауреатами в этом году, узнаем совсем скоро. Прекрасно выглядите. Расскажите, а в чем секрет счастья? Мне кажется, что в любви. Если ты любишь, если ты знаешь, что тебя любят, то ты безумно счастлив. В понимании, взаимопонимании и в дружбе нужно быть лучшим другом со своей второй половинкой для того, чтобы все было хорошо. Счастье, когда ты высыпаешься, счастье, когда у тебя хорошая работа, счастье, когда вокруг тебя настоящие друзья, когда ты доволен абсолютно каждой точкой и каждой секундой своей жизни. Я не счастлива, когда не люблю, когда я не сытая, и пусть нас вот не вводят в заблуждение, невозможно ничего творить, родить и создавать. Если ты голодный, нас все время художников заставляют быть голодными. Неправда, я только в сытости счастливый человек. Счастье – это когда тебя понимают, да? Ну, вот я считаю, что счастье – это когда в семейной паре, вот она меня понимает, и я ее понимаю. Да, мы на одном языке. А когда мы друг друга не понимаем… Вот такого не бывает. Это уже не в кайф. Счастье для меня – это все то, что происходит неожиданно и виртуозно. Это может быть случиться в любой момент. На работе, дома, по улице иду я, в пробке стою. Ну, в общем, счастье – оно везде. Тот человек, который умеет правильным образом увидеть счастье вокруг себя, он счастлив. Поэтому я думаю, что и ты, и я, и, наверное, большинство телезрителей, и мы все счастливые люди. Самое романтичное делала вторая половина? Не перестану повторять. Сережа меня переплюнул в организации праздников, дарении подарков и баловании, да. Я всегда думала, что я самая креативная и фантазийная на эту тему. Выяснилось, что нет Сережи, и я, в общем, перестала конкурировать. С удовольствием принимаю все его подарки, стихи и праздники, которые нам дома делает. Буквально полторы недели назад моя вторая половинка сделала мне предложение. И, конечно, это вообще самый романтичный поступок. Спасибо большое за всю мою жизнь. Я, к сожалению, работал. Я был на гастролях, я выступал, да, и... Да, максимум, что я мог сделать, и написать приятную смс своей девушке. Это максимум, что я смог сделать дистанционно на расстоянии. А кто для вас идеальная пара? Мы. Конечно, а мы про всех остальных не знаем. Может, они только так выглядят. Вот для вас кто? Небось, Брэд Питт и Анджелина? Вы! Правда! Адам и Ева. Да, конечно. Ну, прокололи же все равно. Да, все равно. Повезло. Нам не повезло. Для меня идеальная пара – пара, которая есть у меня сейчас. Идеальнее быть не может. Выглядите. А чем вы руководствуетесь, выбирая сегодняшний наряд? Так почему-то мне захотелось. Мы сегодня много выбрали черный цвет, элегантный цвет. И я всегда на премиях яркая. А сегодня мне захотелось вот так вот выбрать такой спокойный тон. А что бы вы пожелали людям, которые друг друга любят, но вот еще не узаконили свои отношения? Во-первых, узаконить их. Второе, терпение, понимание, оно очень необходимо, потому что со временем оно иногда уходит. И железные нервы, конечно же, любви. Это помогает во всем. Очень многие, нарываясь на первые камушки, уже начинают как-то... Уже начинают сомневаться. Не надо сомневаться, это нормально, этот период пройдет.
главное верить друг в друга, знать такую вещь, как компромисс, и обязательно ей, ну, как бы, прислушиваться, потому что бескомпромиссных отношений не бывает. Обязательно в семейной жизни терпение и прощение. Все понятно. Вот, да, и, это, вот это ответ. Пары разные нужны, пары разные важны. В этот вечер были названы имена самых ярких и успешных пар по мнению версии журнала Moda Topical. С вами была Анастасия Барашкова и I Love Fashion TV. I Love Fashion TV. Вы смотрите Fashion TV и смотрите его внимательно. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.